Всем привет! Приехали мы на озеро Лебяжье, на карасика, ну и на окуня. Народ уже есть. Вот такой спуск тут блатной. Люди, видать, потемно еще приехали. Рыбачат. Ну, палаток немного. Раз, два, три, четыре, пять. 7-8. Около 20 палаток уже стоит. И мы сейчас еще расстаемся. Природа красивая, елочки. Лишь бы клевало. Будем надеяться. Ветер южный. Да где хочешь. Чего, снег небольшой, да? Ну как небольшой? На машине уже не заедешь. Ветерочек вот поднимается. Сначала, наверное, найдем, потом палатки поставим. Да, да, да. Стандартная процедура. Красота. Мужики сзади остались. На карася пробуй. Мы сейчас тут под камышом окуня поищем. Если найдем, половим. Нет, так назад вернемся на карасика. Снегу надуло ужас за выходные. Приехали на озеро поискать карасика, окушка. Мужики остались с той стороны, а мы решили с Серегой поискать окуня. Сейчас пробурим пару лунок. Культура с утреца. Итак, друзья, товарищи, любители рыбалки, сейчас будем пробовать окушка поймать на гвоздишарик, на безмотылочку, на красненькую такую. Посмотрим, будет, не будет на нее брать. Глубина нормальная. Немало.
Еще дна не достал. О, нашел дно. Так. Сейчас попробуем найти окуня. А я тогда пришел, сел сразу, звуки пробурил, сразу клевать начал. Ну не кормили ничего? Я нет, я в одного же ушел. Так. Пока они там вырвались, мордились, я ушел. Запички выставили. Нифига тут глубина больше 2 метров. В общем, пока не клюет. Не на безмотылку. Сейчас вот поставил на карася. Одну удочку еще мотыля насадил. Пока не клюет. Может, место не то. Но будем искать. Без рыбы по-любому домой не уедем. В общем, в течение часа рыбу мы так и не нашли. Пробовали на все, что можно. Балансир на окуня, без мотылки. Потом фосфорные мормышки пробовали. Опарыш, бармаш, мотыль, все дела вот эти. Поклевок нету ни одной. Наверное, сейчас пойдем в глубину. Там попробуем порыбать. Сейчас основная масса вся там сидит, мужиков. Но мы хотели окуня поискать. Но пока безуспешно. Удочки молчат. Но тут глубина, по сути, не маленькая. 2 метра точно есть. Рыба должна ходить, но ее почему-то нет. Зато природа красота. Тут возле елочек хорошо затишка. Ветер все равно не так дует. Что там, Серега, у тебя какая мормышка? Без мотылка? Без мотылочки, с опарышем подсаживаю. О, что ему надо, я не знаю. Должен кидаться на наши снасти, да? Снасти, здрасте. Ну, это уже совсем другой канал. Снасти, здрасте. Сейчас еще в течение получаса посидим. Если ничего не будет, пойдем. Лунки бурили здесь, в той стороне бурили. Пока безуспешно. Ну, только начало дня, говорят, он вообще после обеда начинает только клевать. Сейчас я вам покажу. Сюда можно летом приезжать отдыхать. В елочке там домики, лавочки стоят. Берега обрывистые, правда. Сейчас залезу, нет? Залезу. Вообще красота. Запах какой. Вот она. Тишина. Вот сюда летом приехать на рыбалочку с ночевой. Да и просто с семьей палаточки разбить. Казанок с собой взять, приготовить что-нибудь вкусненькое. Очень красиво. И недалеко от города. Так, пока я ходил, Серега там одного окуня же поймал на балансир. Пойдем дальше пробовать рыбачить. Серега поймал трофейного окуня. Ставьте лайки.
подписывайтесь. Кто первый поставит лайк, тому отправим этого окуня по почте. Лично от Сереги доставка будет. По городу Петропавловск. Пока глуховато. А может, глухозимье уже началось у нас, а? В Северном Казахстане. В общем, один такой клюнул лакушарик у меня тоже. А, еще один поменьше, он Сереге я кинул. Фосфорная мормышка и крючок. Чисто на бармаша. Сейчас попробуем. Может, что получится на камеру. Это у нас как обычно. Ветерок поднимается. Отказывается клевать на камеру, как я и говорил. Вот мелкий. Кошечкам. Да, Серега? Кошечкам наловим. Пойдет. Сейчас посидим еще немножко. Если крупнее не будет, пойдем на карася. Вот так 4 штучки насадим. Угу. И пойдем пробовать. Хочется крупного половить. Но нынче у нас пока почему-то не получается. Крупный окунь. Клюй, рыбка большая и маленькая. Да елки-палки, зацепилась. На опускание дергает. Ну, наверное, пойдем на карася, да? Вот приподнял и все. Мелкий, походу. Подбивает снизу. Народ прибывает. Чё? О, я же говорю, это живец, ё-моё. На верхний крючок. Иди расти. Yeah.
Так, трофея мы того отпустили. Чтоб за крупным не сходил. Сейчас посмотрим. Воздух хороший, да, тут елочки. Вообще прям пахнет. Кайф, рыбалка, кайф. Чистый воздух, тишина. Ну вот он, щеглопан. Ой-ой-ой, дурной-то какой. Ё-моё. Серёга, смотри. Когда ж крупный будет? Так, друзья, наш первый трофейный окунь уходит в город Курган к Кинигину Александру. Саня, привет. Отправим ему, повешим, да, Серега? В общем, нифига не клюет. Перешли на карася. Уже избурили полозера. Ветерочек подул, поднялся. Ну, солнышко тоже так. Наконец-то. И мне повернулась удача. Поймал подлещика. Вот такого красавца. Есть грамм 400. А после того мормышку. На мотыля. Серегу подтянул. Короче, сегодня вообще день плоховат. 5 окуньков мы там поймали. И вот первый подлещик. Сейчас будем пробовать еще. Время 10 минут третьего. А из рыбы у нас 5 окуней. Один подлещик и один карась. Двоих Серега. На улице тепло, ветерок только. Но рыба что-то клевать отказывается. Уже столько мест поменяли и все безуспешно. Ну, время до вечера, до темноты еще есть. Может, найдем еще. Будем надеяться. Вот Серега тоже вытащил. Карасик неплохой. Сороковка, наверное, да? Красавец. Плохо все равно клюет сегодня. Это мы пришли на старое место. Кто-то тут сидел. Точнее, какие-то свиньи, если так можно назвать. Бутылки вон побросали, понавтыкали. Красота. Убирайте мусор за собой, люди. Не будьте свиньями. Это потом все растает и в озеро. А потом мы удивляемся, почему нет рыбы кругом. Так, пока мы ходили рыбу искали, Серега вот тут надергал карасика. Немножко. Что действительно это сегодня стадион. Сегодня, да. Отгадайте, кто это. Это император в маске, в балаклаве. Ветер, блин, подул. Зато природа кайф, да? Хорошо. Уже не дома на диване. В общем, собрались мы домой. Время 16:04. Клев вообще прекратился. Сейчас будем собираться. Поедем домой. Плоховато отловились сегодня. Ну ладно. Главное, отдых на природе. В общем, вот так отрыбачились. Сегодня не густо. Пару подлещиков, мелкий окушок, карасики,
немножко. Ну, пойдет, главное. Душу отвели, отдохнули на природе. Чистый воздух. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем рыбачить, да, Серег? Да. Будем заканчивать. Будем, да, сегодня заканчивать рыбалку нашу. Тем более, проведенный день на рыбалке не считается, да? В счет жизни не засчитывается. Да, в счет жизни не идет. С нами мафия. Сегодня, ты смотри. Спецназ. Спецназ рыбный. Ватсапные войска.